Спонсор програми – акціонерно-комерційний банк «Меркурій». Транспортний спонсор – таксі 002. Інтернет-підтримка – Центр інформаційних технологій «Восток». Здравствуйте, уважаемые телезрители! 13 февраля видеоканалу «Первая столица» исполнилось 13 лет. Мы не могли обойти вниманием столь знаменательное совпадение, тем более, что цифра 13 буквально преследует нас в последнее время. Месяц назад, 13 января, мы переехали в новый офис, который расположен в Доме печати на, нетрудно догадаться, 13 этаже. Журналисты — народ не суеверный. Мы посчитали все это добрым предзнаменованием и решили отметить свой день рождения, как говорится, с размахом. Торжественный концерт состоялся в ДК милиции по адресу Совнаркомовская, естественно, 13. Его сокращенную версию мы предлагаем сегодня вашему вниманию. Уникальный жилой комплекс «Садовая горка» и консалтинговая группа «Корпорация Рубаненко и партнеры» представляют юбилей первой столицы. Возможно, кто-то воспринимает это как заставку программе «Время», а я же скажу, что это изумительная увертюра «Время вперед» Георгия Свиридова. В исполнении молодежного симфонического оркестра «Слобожанский», дирижер Дмитрий Морозов. Вот, собственно, так «Время вперед», и мы начали изумительный, добрый, замечательный концерт, посвященный 13-летию телепрограммы «Первая столица». И мне бы хотелось бы пригласить на сцену, к микрофону того человека, который на протяжении 13 лет всем этим активно занимается. Константин Киваркян. Здравствуйте, уважаемые друзья. Рад всех приветствовать. Я действительно рад, что 13 лет... Мы работали на благо нашего города, мы практически вернули этому городу историю, и название нашей программы стало синонимом Харькова. Это, пожалуй, самый радостный наш сегодняшний итог. Но для начала я закончу один проект, который, возможно, вы знаете, был реализован буквально на прошедшей неделе. Дело в том, что каждый год видеоканал «Первая столица» по опросу представителей средств массовой информации вручает памятную медаль и награды так называемым настоящим харьковчанам. Журналисты анкетируются и предлагают свои варианты ответов на тот вопрос, кто больше сделал в прошедшем году для нашего города. И я рад сказать, что и в этом году этот конкурс состоялся. Были награждены в номинации «Искусство», «Музыка», «Литература»,
Татьяна Борисовна Веркина, ректор консерватории, за вклад в развитие города Евгений Петрович Кушнарев. Евиль Савбанович Бакиров у нас номинировался и победил в номинации «Наука и образование». Это грамота, которая удостоверяет, что Евиль Савбанович, согласно ежегодному опросу среди журналистов и экспертов города Харькова, который проводит видеоканал «Первая столица», признан лауреатом нашего конкурса «Настоящий харьковчанин года 2004» в номинации «Наука и образование». А это памятная медаль, которая является бронзовая медаль ручной работы, литье, в котором написано, что это медаль 2004 года и для украшения вашего стола. Она настольная, она не вешается. Спасибо, поздравляю. Я хочу сказать огромное спасибо всему коллективу за то, что вы эти 13 лет делали. Если меня спросили, какими тремя, может быть, словами я назвал то, что вас отличает, это, наверное, это прежде всего интеллигентность. Во-вторых, может быть, такая неуемная, иногда бьющая через край творческая энергия. И, конечно, искренняя, неподдельная любовь к нашему городу. Я вас поздравляю. И мы тоже недавно отмечали тоже небольшой юбилей. Я так прикинул, и мне показалось, что, наверное, продержаться вот в эфире каналу 13 лет, это, наверное, то же самое, что университету 200 лет. И как юбиляр вас поздравляю. Дорогие друзья, особенно хотелось под ваши бурнейшие аплодисменты поблагодарить тех, кто на протяжении стольких лет помогает видеоканалу «Первая столица». Это акционерный коммерческий банк «Меркурий». Интернет-провайдер «Восток». Транспортный спонсор видеоканала «Первая столица» – «Такси 002». Генеральные спонсоры – консалтинговая группа корпорация «Рубаненко» и партнеры. Уникальный жилой комплекс «Садовая горка». Фонд «Новая региональная политика». Ваши аплодисменты, дорогие друзья, это очень приятно тем, кто действительно помогает видеоканалу «Первая столица». Как вы видите, помощь эта приходит вовремя и весьма-весьма кстати. Дорогие друзья, нам невероятно повезло, что судьба нам подарила город Харьков. И я очень благодарен первой столице за то, что она открывает страницы сегодняшней жизни и открывает страницы истории нашего города. Именно это позволяет всем нам стать не просто жителями города Харькова, а позволяет стать харьковчанами. И позвольте меня от имени городского совета наградить почетной грамотой исполкома Харьковского городского совета Шубенко Наталью Александровну, ведущую видеоканала «Первая столица». И Мажейко Инну Юрьевну, шеф-редактора видеоканала «Первая столица». Уважаемый коллега Константин Ирвантович, уважаемые друзья, мне тоже хотелось бы сказать несколько слов. Но прежде всего, я надеюсь, что число сотрудников в вашем видеоканале, наверное, тоже 13, да? А во-вторых, хотелось бы пожелать, чтобы ваше тотальное присутствие на харьковских телевизионных каналах никогда не прекращалось. Чтобы вы не только сохраняли, но и приумножали свою телевизионную аудиторию зрителей. И, конечно же, чтобы ваши многочисленные спонсоры вас никогда не оставляли. Всего вам самого хорошего. С удовольствием приглашаю на эту сцену лауреатов всевозможных музыкальных фестивалей. Просто перечисление этих фестивалей составило бы целую страницу. Но это действительно гордость Харькова. Фолк-модерн-квартет «Ойра». Была мене мати березовим прадом, щоб я не стояла з молодим рекрутом, щоб я не стояла. Молодим
А я собі стояла, аж півні запіли, на двері воду ляла. Що ви не репіли, на двері воду ляла. Що ви не репіли, на двері воду ляла. На пальцях ходила, щоб мати не почула. Що ви не сварила, щоб мати не почула. Що ви не сварила, а мати не спала. Усе чисто чула, та й мене не сварила. Сама такою була, та й мене не сварила. Сама такою була, пам-пам. Там з днем народження вас, щастя та злагоду вашому талановитому колективі. Мне бы хотелось в продолжении этого концерта и, собственно, вашего хорошего настроения, я очень на это надеюсь, пригласить на эту сцену еще одну замечательную звезду города Харькова, замечательного исполнителя, опять же, гордость Харькова, ну, опять же, всевозможный лауреат фестивалей, всяческих фестивалей, изумительный исполнитель Владимир Гейко. Для вашего хорошего настроения. Председатель Совета фонда «Новая региональная политика», народный депутат Украины Василий Викторович Салыгин. Я желаю всему коллективу телеканала сохранить и приумножить тот чудесный коллектив, который есть. А вам желаю в том вашем деле, которое вы сегодня делаете, сделать все для того, чтобы харьковчане в символы нашего города, в символы всего прекрасного верили еще лучше. Я хочу от фонда «Новая региональная политика» вручить сертификат на 2 компьютера коллективу телеканала и еще раз пожелать здоровья, счастья и успехов. С огромным удовольствием приглашаю еще одну гостью нашего концерта, приглашаю сюда на сцену к микрофону. Это пресс-секретарь Евгения Петровича Кушнарева Анна Осипова. Пожалуйста, аплодисменты. Дорогой Константин, уважаемая команда Первой столицы, сердечно поздравляю вас с 13-летием. Ваш канал стал воплощением души Харькова. Его можно по праву назвать феноменом. Ни Украина в целом, ни любой другой из ее регионов, кроме Харьковщины, не смогли создать такого мощного транслятора своих традиций, духа просвещенности и просветительства, чувства высокой любви к своей малой родине и ее людям. Очень многим вы открыли глаза на историю нашего города и области, рассказали о роли нашего края в судьбе всей страны. Мы все помним резонансный лозунг «Люби Харьков или убирайся вон». В свое время он вызвал много споров, но нашел отклик в сердце каждого истинного харьковчанина и превратился в крылатую фразу.
И этот лозунг как нельзя лучше подчеркивает еще одно качество первой столицы. Вы никогда не стремились быть кому-то удобными, вы никогда не обслуживали власть, а служили харьковчанам. Сегодня в очень сложных условиях вы снова подтверждаете это, и я восхищаюсь вашим гражданским мужеством и патриотизмом. Я вместе с вами отмечал первую годовщину первой столицы и всегда с удовольствием и неподдельным интересом смотрел все ваши передачи. Горжусь тем, что и самому не раз доводилось быть гостем ваших программ. Знаю, что число 13 счастливое для вас. Убежден, что этот год обязательно станет для первой столицы годом новых громких успехов. Я желаю вам воплощения в жизнь самых смелых творческих замыслов. Желаю процветания каналу, желаю счастья, здоровья и благополучия всем, кто его создает. С уважением, Евгений Кушнарев. Это цветы от Евгения Петровича. А это харьковчанина, два настоящих харьковчанина за дружеской беседой. Харитон, будьте добры, я вас приглашаю. Пожалуйста. Передаю микрофон. Вы кого-то хотите представить, очевидно, да? Да, безусловно. Значит, дорогие мои, вам не кажется, что все слишком как-то вот гладко идет, а? Люди, поздравления, здравицы, подарки, компьютеры тут, понимаешь ли? Так можно и на лаврах почить. Поэтому предлагаю внести небольшую ложечку дегтя в наш веселый праздник. Для этой цели я специально пригласил моего коллегу, он тоже сделан из поролона, такое совершенно ответственное лицо. Друзья мои, настолько ответственное, что за все сказанное им лично я никакой ответственности не несу. Итак, господи, даже страшно произносить имя. На этой трибуне Свинько Ганьбович Рыло. Что же оно делается вот это на самом деле? Мы уже столько лет терпим вот это все. Ну, и где оно, все вот это? Ну, давайте вспомним положение на нашем телебачении, когда еще не было такого положения. Сів у крісло. Сьорбаєш собі чай з лимоном, включив зразу аж два канала, на одному сільський час, на другому програма час, а які були гарні художні програми, які то вистави. Наталка Полтавка. А я дівчина Наталка, а зовуть мене Полтавка. Это ж вещь. Это же... Яка програма, яка вистава. А сватання на Гончарівці. Ой, я дівчина Наталка, оженюсь на Гончарівці. Ну, що казати? Ну, это ж вообще ну, художнє произведення. Або взять таку телевиставу на українській мові «Запанеброжений пушбряк». Панеброжений пушбряк, а зовуть мене... Ай, та, що казати? Чи така дивовижна кінокомедія «Вишкундрючена ганбля»? Ой, я дівчина ганбля, розвіла яку... Ну, а ось така була дуже популярна телепередача «Здрюк у шароварах». Ой, я дівчина, брюк у мене вил... Ну, це ж було телебачення!
Ну, ладно, ладно, творите, шукайте, пробуйте. Ну, а якщо я вже здесь, то що ж тут поробиш? Не только ж критикувать. Ну, как в рифму говорится, надо поздравлять. Ну, значит, это самое, как говорится, вот это вот, понимаешь, ты, значит, вот, бажаю вам творчей наснаги, упірства, заздрість, бадьорість, винахідливість, самовідданість, винісливість, телевізійність, многокабельність, студійності, моніторності, екранності, широкоформатності, ефірності, дикторності, редакторності. А собі я хочу побажати, щоб ви мене довго, ще довго носили на руках, як оцей гость, що о, прямо знизу прилип до мене. А ну виходь, давай, поздоровуємося. Заслужений артист України Олексій Рубінський. Да. Хорошо, что этот персонаж ушел, чтобы наш праздник все-таки перестал напоминать некое кукольное шоу. Дорогие друзья, мне бы хотелось пригласить на сцену председателя правления консалтинговой группы корпорации «Рубаненко и партнеры» Леонид Иванович Рубаненко. Я приглашаю вас. Уважаемый Константин, дорогие наши друзья, коллектив в виде канала «Первой столицы», уважаемые все присутствующие. Разрешите поздравить от нашего такого же дружного коллектива, нашей корпорации, вас с вашим очередным праздником. Мы вот вместе с этим товарищем, что здесь бронзовая скульптура молодого, стройного, кучерявого мужчины. Кто подумал, что Кеваркян он ошибся? Это Аполлон. Бог Аполлон, как известно, целитель, прорицатель и покровитель искусств. Вашему коллективу как раз все три эти качества присущи, творчеству вашего коллектива эти три качества тоже присущи. Мы желаем, чтобы вы эти же качества развивали среди нас всех харьковчан. Ну все, успехов вам, друзья! Еще много-много радости нести нам, харьковчанам. Спасибо. Дорогие друзья, видеоканал «Первая столица» с 13-летием поздравляет генеральный директор строительной компании «Велтон» Драган Маринкович. Ценене дамы и господа, веома мне драго. Добрый вечер, дамы и господа. Господин Драган хотел бы сказать несколько слов. Что могу да вас поздравим са вечерас, когда славите праздник 13 година рада телекомпании «Первая столица». Строительная компания «Велтон» сердечно поздравляет видеоканал «Первая столица». И хотел бы, Драган, выразить слова классика, что... Знаете, я думаю, что... Спасибо, Юлия. Все так. Я думаю, что мы сможем как-то справиться и без переводчика. Спасибо тебе. Строительная компания «Велтон» плодотворно сотрудничает с «Первой столицей». Журналисты, которые освещают историю мест, на которых строит строительная компания «Велтон». Уважаемый Константин, от имени строительной компании «Велтон», осуществляющий строительство уникального жилого комплекса «Садовая горка», поздравляю вас и весь творческий коллектив «Первой столицы» с 13-летием выхода в эфир. Поскольку подарки разные, вот это два компьютера надо подключить, а принтер тяжелый, я только свидетельство вот забрал, а принтер за кулисами. Так что поздравляю, попользуйтесь и развивайтесь. Лауреаты всесоюзных конкурсов, лауреаты всеукраинских, международных музыкальных конкурсов, брас-квинтет Харьковского государственного университета искусств.
Я с удовольствием приглашаю на сцену декана факультета бизнес-управления Народной Украинской Академии Виктора Викторовича Астахова. Дорогие друзья, дорогая первая столица, ректор Народной Украинской Академии поручила мне поздравить телеканал с очередным днем рождения. Я с удовольствием выполняю эту миссию, но хочу еще добавить от себя лично, как от харьковчанина в седьмом поколении. Спасибо вам, ребята, за то, что вы в сегодняшнее время, вообще за то, что вы есть, и за то, что вы, не изменяя традициям, делаете чудную программу не просто профессионально, а мастерски. А чем мастер отличается от профессионала? Мастер – это профессионал, который вкладывает в свое дело еще чуточку души. А мне бы сейчас хотелось, ну вот честное слово, с огромным удовольствием пригласить на эту сцену Янковского Анатолия Андреевича, помощника председателя правления АКБ «Меркурий», акционерный коммерческий банк «Меркурий», многолетний спонсор видеоканала «Первая столица». Дорогие друзья, дошел черед до ровесников. Вы слышали поздравления от 200-летнего университета, 350-летнего города Харькова. Банк «Меркурий», ровесник «Первой столицы», нам тоже в этом году исполняется 13 лет. И многие годы банк активно сотрудничает с телеканалом «Первая столица». И я с большим удовольствием выполняю поручение председателя правления банка «Меркурий» Василия Филипповича Соловьева и всего коллектива, который любит вас, любит ваши передачи. И вручаю этот сувенир, эту картину, на котором изображен парусник с наполненными парусами, чтобы у вас всегда паруса были наполнены, и вы знаете, в какую гавань плыть, и продолжали радовать Харьков и Украину. Успеха, счастья и всего хорошего вам! Доцент Харьковского государственного университета искусств Сергей Давыдов. Thank you.
эту сцену. Махова Валерия, поэт, почетный член Союза писателей Украины, генеральный продюсер программы «Резонанс» УТ-1, Махов Валерий Вениаминович. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне очень приятно находиться здесь, в этом зале, среди всех вас. Первый международный киевский фестиваль телевизионных и художественных фильмов на правоохранительную тематику наградил Константина Киваркяна медалью «Золотой Георгий». Эта медаль учреждена в память о подвиге святого Георгия Победоносца. Вручается она за верность идеалам и за принципиальность позиции. Вот я хочу Константину вручить с удовольствием эту медаль и удостоверение. Спасибо. Дорогие друзья, особенно хотелось под ваши бурнейшие аплодисменты поблагодарить тех, кто на протяжении стольких лет помогает видеоканалу «Первая столица». Это акционерный коммерческий банк «Меркурий». Интернет-провайдер «Восток». Транспортный спонсор видеоканала «Первая столица» – «Такси 002». Генеральные спонсоры – консалтинговая группа корпорация «Рубаненко» и партнеры. Уникальный жилой комплекс «Садовая горка». Фонд «Новая региональная политика». Симфонический оркестр «Слобожанский» исполняет самую любимую, наверное, в мелодию всех сотрудников видеоканала «Первая столица». Наша крыша небо голубое, наше счастье жить одной судьбою. Я приглашаю на сцену сотрудников видеоканала «Первая столица». Журналисты Ольга Адам, Наталья Катрунова, Владимир Нестерук. Аплодисменты. Татьяна Анаприенко, Андрей Печенежский, Виктория Романюк, Наталья Шубенко. На сцене те, кто все эти годы делают для вас видеоканал «Первая столица». Администратор Татьяна Чередниченко, секретарь-референт Ирина Чернюк, шеф-редактор Инна Мажейко, главный бухгалтер Инна Шевченко, начальник рекламного отдела Ольга Ермак, рекламист Юлия Коган, технический директор Вячеслав Кузьменко, продюсер Яковлева Наталья, Харитон Харько Игорь Мирошниченко, видеооператоры Александр Ушаков, Евгений Березовский, инженер видеомонтажа Евгений Дорогов, Виктор Кафанов, Алексей Мажейко. Руководитель видеоканала «Первая столица» Константин Киваркян. Уважаемые друзья, я очень рад, что мы провели сегодня этот вечер. Я надеюсь, что всем вам было достаточно интересно вспомнить те времена, когда только «Первая столица» начинала свою работу. И сейчас, когда, в общем-то, мы находимся в зените своей славы, если хотите, могущества, но это
были бы пустые слова, если бы мы не пользовались поддержкой наших телезрителей, то есть вас. Спасибо большое. Спасибо большое. Надеюсь, что до новых встреч в эфире.